Перед игрой с «Динамо», на которую собралось около 15 тысяч зрителей, болельщиков «Крыльев» у «Самара-Арены» закономерно волновал один вопрос. Встряхнет ли футболистов произошедшее накануне расставание с главным тренером Андреем Тихоновым? Чего-то ждать от сегодняшнего матча очень сложно. В любом случае будет неожиданность, но, конечно, хотелось, чтобы команда воспряла духом, как-то и положительно отреагировала на эти изменения, чтобы наконец-то победила, ну, сколько можно проигрывать. Жалко Андрея, потому что очень любили его, верили. Я думаю, это складывалось еще по итогам того сезона, потому что у нас очень хороший состав, есть ребята, которые супер играют. Желаю Андрею удачи. Миодрак Божевич, который накануне подписал контракт с самарским клубом, на 2,5 года наблюдал за матчем с трибуны. Его не успели внести в заявку. Поэтому руководил основой «Крыльев» тренер молодежной команды Владимир Кухлевский. Правда, как потом выяснилось, состав и схему игры они подбирали совместно. В первом тайме голевых моментов было немного. Самый опасный удар в створ нанес защитник «Волжан» Тарас Бурлак. Обе команды действовали аккуратно и преимущественно через фланги. Но если динамовцам не удалось воплотить в гол ни один из навесов и прострелов, то «Крыльям» принес победу удар головой Корниленко. Результативный пас отдал Антон, но основной вклад в гол внес Зотов, который выиграл единоборство у Рауша на фланге и передал мяч румыну. В заключительные минуты москвичи пошли на штурм ворот самарцев и имели несколько шансов сравнять счет, но действовали не точно. 1-0 – минимальная победа «Крыльев» под руководством нового тренерского состава. Ребятам просто очень надо было эта игра, и настрой от этого такой, знаете, зашкаливает, можно так сказать. Поэтому вышли ребята, да, с ошибками, конечно, я все понимаю, что не все сразу и быстро. Но выдержали, выполнили установку, дисциплинированно сыграли. Ну, понятно, было тревожно, потому что 1-0 ничего не гарантирует. «Динамо» больше владело мячом. Там у них была инициатива, не могу сказать, что у них были очень хорошие моменты, но там инициатива какая-то была, и нормально боялся, потому что знаю, что 1-0 это ничего, любая ошибка может привести к голу. После этой победы «Крылья» набрали 10 очков и поднялись на 11-ю строчку в таблице. Теперь у нового тренерского штаба во главе с Миодрагом Божевичем будет почти 2 недели, чтобы подготовить команду к следующей игре с екатеринбургским «Уралом».